Только забрал машину из автосервиса, менял свечи. Старые свечи прошли порядка 30 тысяч километров. Решил заменить продуктом MPG Boost, пользуюсь около нескольких месяцев. В километраже это порядка 8 тысяч километров. Смотрим результат, смотрим эффект. Как продукт MPG Boost действует на свечки. Мы видим то, что нет большого нагара, черных этих кусков, которые прилипают обычно к свечам. Мы видим, что все свечки абсолютно сухие. То есть свечи довольно чистые для своего пробега. Также заметно то, что они немного с красна, такие желто-рыжие. Это как раз каталитическая термопленка, благодаря которой достигается наш каталитический эффект. Эта термопленка — нормальное явление. Это очень хорошо для свечей. И такая же пленочка образуется в камере сгорания. Она предохраняет наш двигатель от некачественного бензина. И продлевает его жизнь. То есть, сами видите, свечи практически в идеальном состоянии. Ничего у меня не прогорело, ничего не отвалилось, ничего чистить не надо было. Так что те, кто жалуется на продукт, скорее всего, просто его не пробовали. Спасибо.